Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Ну что же, в этом коротеньком ролике я расскажу вам, что такое Hot Hats Games. В общем, тема это вот так вот выглядит. Но перед этим большая просьба подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк, сделать репост этому видео. Ну и, конечно же, подписаться на все социальные сети и социальные ресурсы данной темы, чтобы ее отслеживать. Hot Hats Game, но я его буду называть Hot Hats. Его это проект, разумеется. Ну, давайте посмотрим, что-то у нас здесь темновато. Давайте включим свет, потому что свет всегда символизирует что-то хорошее. Итак, как мы построим сегодняшний обзор? Все очень просто и понятно. Сначала презентация, объяснение маркетинга, а потом будем заходить непосредственно на сайт и, конечно же, регистрироваться. Ссылочка уже есть, спокойненько заходим. А нет, это не ссылочка, это у нас ссылочка на кино, которое я недавно смотрел. Итак, ладно, перейдем непосредственно к презентации, потом быстренько покажу сайт, ну и дальше уже будем двигаться в сторону регистрации и непосредственно инвестирования. Значит, Hot Game, да? Что это такое? Это игра на Binance Smart Chain, BM20, разумеется, Binance Smart Chain, да, BSK, позволяющая получать сверхприбыль за короткое время. Это смарт-контракт. Здесь можно заработать, есть определенные возможности, есть определенные риски, гарантий нет никаких, говорю об этом сразу, поэтому никаких кредитов, заемных, последних денежных средств именно сюда и в любые другие проекты никогда не заносим. Только свободные денежные средства и часть свободных денежных средств. Это мой обязательный дисклеймер моего канала. Я так говорю абсолютно про любой проект, про хайп, про не хайп, всегда только холодная голова. Тем не менее, на таких проектах можно очень даже неплохо зарабатывать. И кто зашел на старте, это буквально вот пару дней назад случилось, те ребята уже заработали, сейчас контракт идет наверх. Это хорошо, это позитивная динамика, да, если что, на Binance Smart Chain вы посмотрите скан, сайт такой замечательный. Сколько можно заработать? Быстрый пассивный доход от 200%, щедрая реферальная программа, мультидоходная система, все транзакции распределяются открытым смарт-контрактом. Ладно, идем вниз, буду пролистывать слайды. Что такое мультиплатформа Hot Hats Game? Значит, миссия состоит в том, чтобы совершить революцию в GameFi и предложить возможность получать сверхприбыль за короткое время в экосистеме Hot Hat. Значит, смотрите, Hot Hat Game, Hot Hat Staking, можно либо приобрести здесь кое-какой Fire, да, я потом вам расскажу, что это такое, либо непосредственно кинуть на стейкинг для того, чтобы открыть для себя определенные возможности, связанные с этой темой. Вот, пожалуйста, Hot Hat Token и Hot Hat NFT. Дальше. Значит, Hot Hats, да, что это такое и как здесь можно заработать, какие есть столы, грубо говоря, да, это левелы, да, я их называю столы. Обратите внимание, значит, 11 левел, он стоит 2 BNB и примерно стоимость в долларах указана, но я не буду ее называть, я буду называть именно в BNB, почему? Потому что курс BNB, он то растет, то падает, поэтому берем просто за разменную монету именно токен BNB, значит, 10 уровень это 1 BNB, 9 уровень 0.5 BNB, вот я буду заходить на 0.5 BNB, я вам сейчас покажу, 8 это 0.4 BNB, 7 левел 0.3 BNB, 6 левел 0.2, 5 0.15, 4 0.13, 3 0.1, 2 0.06 и 1 уровень вот здесь вот, где вот моя как раз физиономия, 0.04 BNB. Время между открытием уровней, да, с 8 по 1 уровень 24 часа. Так что вот такие вот дела, пожалуйста, обратите внимание. Здесь все просто, все понятно. Нет количественных ограничений на приобретение Fire Slot. Это называется не уровень, да? Это называется Fire Slot на любом из уровней. И для того, чтобы они работали, вам нужно, конечно же, чем больше, тем лучше все это приобретать. Почему? Потому что следующая как бы партнерская программа, да? Смотрите. Каждый купленный Fire Slot приносит 4 транзакции по 50%. Откуда 200%? Вот, пожалуйста, 4 по 50 умножаем, мы получаем 200% от стоимости Fire Slot. Уникальный алгоритм распределения транзакций настроен так, что даже если игрок B зашел в игру позже, да, посмотрите внимательно на схему, чем игрок А, то у игрока B всегда есть шанс получить свои транзакции раньше игрока А и наоборот. Вот такой вот смарт-контракт. Смотрите, первая транзакция 50%, вторая транзакция 50%, третья 50%, четвертая 50%, итого 200% потенциально можно заработать. Пример. Первый шаг. Вы купили Fire Slot, ну, например, 10 уровня за 1 BNB. На ваш личный кошелек поступит 4 транзакции по 0.5 BNB, что равняется 2 BNB. То есть доходность на 1 Fire Slot составила 200%. После этого шага ваш Fire Slot гаснет. Для того, чтобы он дальше продолжал работать, нужно приобретать еще Fire Slot. Ну, я думаю, что вы понимаете, да? Тогда он снова будет активным, и вы снова сможете заработать денежные средства. У вас есть такая возможность. Значит, вот это шаг четвертый, да? Если у вас имеется еще приобретенный Fire Slot, то они будут активными до тех пор,
пока тоже не получит 4 транзакции по 50% от стоимости Fireslot. Вот такая вот история, и откуда здесь как раз 200%. Надеюсь, объяснил. Пример доходности. Система не ограничивает вас доходности, ни в коем случае. Насколько быстро и как много вы заработаете, полностью зависит от вас. Значит, предположим, вы приобрели 3 Fireslot на сумму 5 BNB. Значит, и получили, значит, 200%, 200 и 200, если, например, 2, 2 и 1 BNB соответственно. Доходность каждого Fireslot составляет 200%. Согласно условиям алгоритма, вы сразу получаете на свой личный кошелек переводы со смарт-контракта. И будете получать до тех пор, пока суммарное количество транзакций не достигнет 10 BNB. Ну, 5 как бы закинули, да, 10 потенциально можете заработать. После чего игра завершается, или вы можете купить еще Fireslot и продолжать зарабатывать. Вот в чем фишка смарт-контракта данного. Срок выхода в безубыток и срок закрытия слотов и получения доходности 200% от 1 часа после старта проекта. Вот ограничений по доходности и количеству фаер-слотов нет. Дальше уже все зависит от вас, как потопаете, так и полопаете. Вот обезьянка здесь сидит и кайфует. Мы можем также кайфовать. Значит, партнерская программа. Вот здесь вот уже, конечно, интересная история. Для того, чтобы все это не пропустить, я рекомендую вам подписаться на все социальные ресурсы, все социальные сети данной темы Hot Heads. Почему? Потому что тогда вы будете знать новости первыми. И телеграм-канал, и сайт, и инстаграм. Везде подписывайтесь, даже на YouTube подписывайтесь. И тогда будете все знать. А в телеге так вообще можно и поиграться, и кое-какую там тему замутить. Но об этом чуть попозже. И я вам рекомендую, конечно же, подписаться прямо сейчас и продолжить просмотр этого видео. Значит, смотрите, если вы будете строить сеть, а это очень выгодно, и в принципе, если вы заходите в такие темы, нужно строить сеть. Значит, вы активный пользователь и привыкли достигать своих целей. Блестяще. Партнерская программа Hot Heads Game – это отличный инструмент для удовлетворения ваших финансовых амбиций. Партнерское вознаграждение поступает только на горящее пламя, активный Fireslot. Значит, у вас должен работать вот этот депозит и привязано к конкретному уровню Fireslot. Если ваш приглашенный как раз партнер активировал иное, да, пламя, Fireslot, раньше вас, то вы не получаете как бы награду, так как ее получит вышестоящий, имеющий пламя той же ценовой категории. В идеале все, конечно, выкупить, но хотя бы с одного надо начать. Значит, 25% от стоимости каждого приобретенного Fireslot распределяется на три линии вверх. Вот вам и маркетинг. Смотрим. Ваш активный Fireslot, допустим, да, 10 уровень, 1 BNB. Значит, первая линия. Это у нас 14%, вторая линия 7% и третья линия, давайте чуть поменьше сделаю слайд, 4% соответственно. Вот такая вот история. Видно, да, все понятно здесь, как бы, да, никаких сложностей нет. Если будут какие-то сложности, вы пишите в комментариях, дальше буду объяснять уже, ну, более детально маркетинг. Так это, ну, понятная история, линейка, вот и все. Более 20 тысяч долларов первые часы работы как раз Scott Head Game, это в принципе легко, да, и люди здесь заработали. И сейчас, да, так как буквально там день-два, когда я снимаю это видео, здесь есть потенциал заработать, есть определенные риски, гарантии полностью отсутствуют. Если вы правила игры принимаете, то тогда милости просим. Сейчас разыграем определенную ситуацию для того, чтобы было, ну, более понятно. Значит, предположим, ваши медиа социальные ресурсы позволяют выстроить первую линию, ну, допустим, в 50 человек. Также предположим, что лично ваша средняя сумма покупки Fireslot от одного уровня 1 BNB. Помните, пожалуйста, что вознаграждение с первой линии составляет внушительные 14%. И это, как бы, да, еще не берется в расчет вторая и третья линия. Итак, первая линия 50 на 1 BNB умножить на 14%, итого 7 BNB. И здесь, пожалуйста, прочитайте внизу сноску. Значит, если еще вторая линия, да, 150 умножить на 1 BNB умножить на 7, 10,5 BNB. Прикольно, да? И третья линия, давайте чуть уменьшу, чтобы вам было видно. Вот, смотрите, 450 умножить на 1 BNB умножить на 4, 18 BNB. Вот и все. И сносочки нам очень даже хорошо дают понять, сколько мы можем заработать. И с первой линии, и со второй, и с третьей линии. Будете качать партнерскую сеть, будете зарабатывать хорошо. Вот и, собственно, вся история. Здесь, ну, Америку никто не придумал. Кто двигается, тот и зарабатывает больше. Следующий слайд тоже интересный. Рециркуляция транзакций в Hot Heads Game. Что же это за слово такое? Значит, алгоритм рециркуляции транзакций Hot Heads Game призван обеспечить и унифицировать постоянный оборот средств между всеми уровнями. Данный алгоритм включает в себя две очень важные фишки такие. Push-up system и push-down system. Значит, push-up. 7,5% от стоимости Fireslot буферизируется смарт-контрактом до достижения минимальной удовлетворительной суммы для покупки Fireslot на один уровень выше, позволяя более дорогому пламени, ну, более дорогому уровню, получать пассивный доход. Это делает покупку высоких уровней более привлекательной, ну, разумеется.
Pushdown System. 7,5% от стоимости FireSlot буферизируется смарт-контрактом до достижения минимальной удовлетворительной суммы для покупки FireSlot на один уровень ниже, позволяя более дешевому FireSlot получать доход. Это дает замкнутую систему движения BNB от дорогих слотов к дешевым и наоборот. Это создает замкнутую систему обращения BNB от более дорогих слотов к более дешевым и наоборот с точки зрения как раз циркуляции денежной массы, выраженной в монетах BNB. Вот, собственно говоря, и все. И вот эта вот важная сноска, которую, возможно, кто-то пропустит. Вот видите, 10% от покупки FireSlot направляется на маркетинг и на развитие платформы. Это тоже нужно знать. Итак, смотрите, есть еще такая фишка, как стейкинг. Смотрите, The Hot Head Staking. Участвуя в программе Hot Head Staking, вы получаете не только возможность стать совладельцем платформы наиболее безопасным и надежным способом, но и открываете для себя новый вид высокодоходного бизнеса, который позволяет вам регулярно получать доход в комфортном режиме. Hot Head Staking, доход 2% в день. При достижении общей прибыли в размере 300% от первоначально поставленной суммы позиция закрывается. Партнерская программа вознаграждения здесь тоже есть. Пожалуйста, посмотрите. Прибыль платформы 15% от оборота стейкинга. Диапазон стейкинга от 0,04 до 30 BNB. Ежедневное начисление 2%. Тотальная безопасность смарт-контракта. Кстати, он прошел аудит. На сайте это можно будет посмотреть. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Возможность реинвестировать в любое время. Пожизненная реферальная программа от заработка вашего партнера. Ну, давайте посмотрим. Вот вы, например, да, вот я выделяю. Вы пригласили... Значит, первая линия, стейк 2 BNB, 30% от ежедневных начислений вашего реферала, это ваше. Вторая линия, допустим, да, вы пригласили за стейк на 2 BNB, вы получаете от ежедневных начислений вашего реферала со второй линии 15%. Ну и третья, разумеется, 10% от ежедневных начислений вашего реферала, не от его депозита суммы, а от его начислений, то бишь от прибыли процент. Вот такая вот история. Значит, если вы готовы к игре, ну что же, сейчас будем учиться... непосредственно практики, но перед этим я покажу смарт-контракт, покажу сайт, и мы как бы начнем. Если у вас есть кошелек MetaMask, то это хорошо. Если кошелька MetaMask или Trust Wallet нет, ну надо создать. Видео о том, как можно создать MetaMask, оно будет в описании под этим видео, как бы, ну, под роликом. Значит, прежде всего вы должны подключить кошелечек и дальше уже бомбануть. Для того, чтобы активировать личный кабинет, вот слушайте внимательно. Необходимо купить FireSlot, вот этот вот левел, да, или внести минимально необходимую сумму в стейкинг. И тогда у вас все заработает. Или. Мы будем покупать с вами FireSlot стоимостью 0,5 BNB. По-моему, это 9 уровень. Я вам все покажу. А вот он, адрес смарт-контракта. Копируем его, потом и вставляем. Ну что же, вот сайт, пожалуйста, телеграм-канал, твиттер. Обязательно смотрите. Есть вот возможность поиграть. Ну, в первую очередь, вот он сайт. Здесь, в принципе, все интуитивно понятно. И самое главное, сайт себя обезопасил для того, чтобы мошенники-аферисты не подделывали Hot Heads Game. Сразу нам дает возможность сделать вот так. Опачки. Адрес смарт-контракта можно вот так скопировать. Можно нажать сюда. Никаких проблем нет. Заходим на сайт Binance Smart Chain Scan. Что мы делаем? Мы делаем следующее. Опачки. И ищем смарт-контракт. Вот, пожалуйста, объем на сегодняшний день и час, на прямо сейчас, да? И смотрим, вот, buy FireSlot, кто-то купил, withdrawal все-таки, да, с английским у меня, конечно, беда, надо учить. Study English every day, every night. Withdrawal, это у нас вывод, вот, кто-то выводил что-то тут, да? Buy, withdrawal снова, да? Buy, кто-то покупает, ну, почти все покупают. Вот, кто-то invest, вот, закинул. И несколько вижу withdrawal, ну и непосредственно выводов, когда я смотрю вот этого, да. То есть я смотрю ночью, там в ночь на 30 июля 2022 года, кто-то здесь уже неплохо подвижнячил. Вот что такое адрес смарт-контракта. Итак, давайте дальше. Чуть-чуть посмотрим вниз. Здесь уже нам предлагают, допустим, поиграть. Сейчас я покажу, как это сделать. Разумеется, сначала MetaMask подключить. Возьмем ссылочку. Ну и дальше уже будем как бы двигаться. Вот такой сайт, пожалуйста. Кому интересно, обязательно полностью посмотрите. Если вы понимаете возможности, риски, понимаете хайп, направленность, да, этой индустрии. Потому что, ну, DeFi, конечно, очень сильно сейчас растет. Несмотря на то, что биткоин очень сильно упал. Но думаю, что это будет интересно. Итак, реферальная моя ссылка будет в описании к этому ролику. Сейчас я вам покажу, как это все сделать. Мы заходим спокойненько в описание, да, под этим видео. Берем ссылочку, копируем ее. И дальше мы с вами делаем магию кино. Смотрите внимательно. Заходим в Google Chrome.
Я рекомендую в Google Chrome это все делать. Заходим в ваш кошелек MetaMask. Я очень надеюсь, что вы его уже сделали. Я захожу, вижу, что у меня есть BNB. Давайте сейчас у меня все загрузится. Да, BNB у меня хватает, чтобы сделать инвест. Окей, все хорошо. Беру ссылочку и начинаю регистрироваться. Обратите внимание, мне предлагают несколько кошельков. Так, I'm not a citizen of USA или Канада. Что от меня хотят? А, да, я не гражданин США или Канады. Ставлю галочку и нажимаю на MetaMask. Сейчас нужно его будет подписать. Видите, да? Далее, ну, то, что я разрешаю законнектиться. Вот, пожалуйста. О, смотрите, это мой адрес. Или что от меня тут хотят? Мы сейчас будем вместе с вами учиться. Введите свой вышестоящий адрес здесь. Да-да, для регистрации необходимо совершить покупку слота. Ага-ага, сейчас мы купим. И тогда мы уже будем непосредственно двигаться. Apply address accepted. Да, он принят, все хорошо. Так. Hot Heads Game или Hot Heads Staking. Видите, внизу нам нужно выбрать, что мы выбираем. Я выбираю Hot Heads Game и нажимаю Next Step. Так, дальше что от меня хотят? You was invited by. Да, этот человек меня пригласил. Мы можем, если что, перевести здесь, да? Так, игра, как это работает? Мне сейчас нужно выбрать уровень. Видите, уровни. Вот они здесь. По-английски это будет выглядеть так. Обратите внимание еще раз. Вот, Hot Heads. Вот, обратите внимание, Hot Heads Game. Мне нужно выбрать уровень и заплатить за него. Ну, например, некоторые уровни еще маленькие, не открыты. Вот, открыты большие, с 11 по 8, соответственно, пока я снимаю это видео. Ну, вот, 9 уровень мы и купим. Так, баланс, ага. Все нормально. 0.5. Ну, все, нажимаю на Ready. Сейчас будем оплачивать. Кстати, нужно иметь все-таки еще побольше BNB. Почему? Потому что тогда вы сможете оплатить комиссию. Потому что комиссия в любом случае будет. Вот сумма за газ, видите, там 0.0020 чем-то. То есть, ну, комиссия, вот она. Она неизбежна. Вот я ее сейчас выделяю. И я прошу вас не пугаться. Подтверждаю. И мы ожидаем. Я не думаю, что это будет какое-то длительное упорное ожидание. Если что, сайт на сегодняшний день сейчас работает без VPN на территории России. Никаких проблем в этом нет. Все. Это личный кабинет. My referral link вот здесь. И кто хочет присоединиться ко мне, милости просим. Я с удовольствием вам окажу содействие, поддержку. Ссылочка вот здесь. Просто заходим и качаем. Вот, смотрите, 7 секунд назад я приобрел вот левел, 9 левел, 0.5 BNB. Сколько у меня списалось? У меня было там 3.04, что ли. А, нет, 3.02, где-то так. Ну да, примерно столько и списалось. Значит, 0.5 BNB плюс там 0.0020 чем-то. Это непосредственно комиссия за газ, да? Значит, левое вертикальное меню Main, Game, Staking. Если что, потом тоже сюда можно закинуть ее Team, но пока 0, но я только зарегистрировался. Вот, пожалуйста, my referral link. Вот адрес смарт-контракта. Презентация PDF. Все это можно посмотреть. Если что, да, конечно, все на английском. Но тем не менее, не надо бояться. О, Hot Money Man. Можно здесь подписаться. Так, ну и промо. Это мы будем ждать. Soon, это значит скоро. Ну, такие вот дела. Ну что же. Еще раз, вкладка Game, это левое вертикальное меню слева. Давайте посмотрим. Я выкупил, значит, 0.5 уровень. Все, он у меня уже в работе. Значит, ну, потенциально могу заработать именно с этого слота, с этого уровня, если это 200%, а я 0.5 закинул 1 BNB. Потом можно еще купить больше. Так что такие вот дела. Вот один у меня Fire слот активный. Все четко, все понятно. Ну и, конечно же, моя реферальная ссылка. Что здесь вам могу сказать? Дорогие друзья, коллеги, партнеры, понятное дело, риски есть, возможности есть, гарантий нет. Если принимаете правила, можно поработать. И еще, очень важный момент. Если вы хотите посмотреть аудит смарт-контракта, пожалуйста, заходим на сайт и проверяем. Никаких проблем в этом нет. Понятное дело, что есть определенный пассив, но здесь нужно двигаться именно активно для того, чтобы зарабатывать больше, чтобы быстрее 200% пришло, не рассчитывать особо на переливы, хотя они возможны, и закрывать как раз свои потребности именно финансовые, зарабатывать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и ответьте мне на два простых вопроса.
Первый вопрос. Хотели бы, чтобы я чаще подобные проекты обозревал, потому что действительно интересные такие хайпецы, смарт-контракты, в том числе и проверенные есть определенные. И есть хорошая возможность, ну, в купе с определенным риском, сделать хорошую кассу, инвестировав, допустим, там 0,5 или 1 BNB. Ну, не такие большие суммы, не 100, не 200, не 300 тысяч долларов. Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Кто из вас хочет здесь поиграться вместе со мной? Если что, ссылочка будет здесь. Просто сразу связывайтесь со мной, да, и расскажите про свою мотивацию, расскажите, как вы хотите здесь двигаться, ну и, в принципе, вашу стратегию. Потому что запомните, в подобных проектах, кто первый, того и тапки, есть, в принципе, очень неплохая возможность прокатиться. Но, разумеется, есть возможности, есть риски, и решение, любое решение, всегда за вами, а я всегда за честность. Добра, тепла, энергии, на связи Захаркин Криптан.